Посмотри на мои прекрасные зубки! Ты видишь, какие они ровные и квадратные? Приглашаю тебя посетить мой зубной кабинет, Маргарита! Нет, я лучше пойду домой! Нет, лучше ты останешься здесь! А, папа, помоги! Рита, Рита, чё ты кричала? Папа, меня поймал безумный стоматолог и не отпускает! Ничего, мы сейчас уйдем. Кто дверь закрыл на решетку? Что за дела? Так, о, нажать кнопочку, дверь откроется. Дверь не открылась, но открылась вентиляция. Видимо, придется искать другой путь. Ну, заходим сюда. Чтобы у нас получилось, поставь лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Текст. Я думаю, просто выйдем на чердак и все закончено. Так, попали. Ну, надеюсь, это все. Вентиляция. Нет, видимо, все-таки путь наш будет намного длиннее. Это обе на двоих! Что? Это обе на двоих, ребята, обожаю обе на двоих! Что? Да! Погоди! Проходи вот, на да. Оранжевое! Давай, сейчас чик, теперь синюю, нажимай синюю. Синюю. Здесь одному не пройти никак, только вдвоем. Побег от стоматолога вдвоем, ребята, обожаю такие игры. А теперь ты мне оранжевую. Да, у меня кнопка, кстати, пожелтела. Куда дальше? Просто перепрыгивай. Теперь вон по синеньким. Чик-чик. Тутс. Тутс, чик. Тутс, да. Чик. Чикс. Все, ребят, получилось. О-о. О, эти дурацы. Выход. О, нет. Валим, доча, валим. Это что? Стоматолог, убери свою зубную щетку, она грязная. Фу. Так, нажать кнопку. И в последний момент мне зубной щеткой по голове настучал. А я успела убежать. Это хорошо. Ага! Ага! Эй, доктор, да свидули! Я упал. Так, я тебе тут как раз жду. А вон, смотри, он орёт стоит. Да, вообще. Ты чё орёшь? Ты чё орёшь? Ты на меня орёшь? Хватит орать! Слушай, он же сюда не может спрыгнуть? Думаю, нет, потому что он разобьётся, а мы нет. Давай покажем язык. Би-би-би-би-би-би. Пойдём. Всё. Как-то мы всё ниже и ниже. Это как-то странно. Мы что, в подвал идём? Наверное. Его злобный, зловещий подвал. О, снова обе на двоих. И что делать? Вон там, проставь по трубам. Отлично, теперь я нажимаю красную. И тут. Все. Замечательно, иди нажимай кнопочки, теперь я постараюсь повторить твой путь. Слушай, я не знал, что это коллективный проход игры. Да, я вообще тоже не знала. Хорошо, что ты пришел меня спасать. Да, одна бы ты не сбежала. Ребят, это защита стоматолога от побегов. Защита стоматолога от побегов. Для того, чтобы одному сбежать было невозможно. Мы его раскусили. Этого стоматолога. Так, осторожно, выглянем. Нету его тут? Думаю, нет. Тут какие-то трубы. Трубы? Ага, перепрыгиваю. Нет! С самого начала теперь. Все, это фиаско, братан. Нет, все, мы тут снова. Так, смотри, тут какие-то трубы сверху. Давай ты мне сначала будешь теперь нажимать. Давай. Нажимаю тебе зеленую трубу. Так, я перепрыгиваю. Погоди. А? Залезь на зеленую трубу. Не, я боюсь. Я проведу эксперимент над дочкой. Ну, давай. Она прозрачная становится. Ну, папа. Ну, ладно. Чё надо мной экспериментировать? Ну, ладно тебе. Не плачь. Не плачу. Все, так, последнее. Все. Супер. Так, теперь я пойду тебе кнопочки нажимать. Давай, а я буду прыгать по трубам. Давай, прыг, скок. Есть, следующая. Ну, что так долго ждать такси? Следующую давай уже. Ну сколько можно, Рита? Ну, да чё я так... вообще как черепашка стараюсь. Ну чё так долго, черепашка старающаяся. Так, прыгай. Куда? Чё случилось? Почему надо прыгать? Сюда прыгай. Ты чё троллишь меня? Это ты меня троллишь? Сюда надо прыгать, давай прыгай. Прыгнул. Ой, тут зомби. Ага. Стоматологи. Они ходят, и нужно не попасться, получается. Я понял, да, если он поймает, там будет скример, ого-го какой. Я пойду по правому пути. Я тоже пошел по тому же пути. О, ты чё орёшь? Мне же страшно. А меня он вообще-то поймал. Тебя поймал, а я залез на верёвку. И мне страшнее.
Фух, я все наверху, я спасен. Я жду тебя. Тут желтая линия, я боюсь через нее ходить. Они тут ходят, блин, боюсь их. Эй, ты где, Рита? Ты где? А, я вот она! Здесь. Я думаю, это чувак залазит, это ты. Да, слушай, вот эта желтая штука непонятная. Знаю, давай перепрыгнем. Я стал скоростной! Скоростной бег, ясно, я ее боялся. Так, бежим, несемся. О, по зубным щеткам! Ю-ху! Обожаю быстрый бег! Ю-ху! Ю-ху! Ништяк! Все, замедлился. О, розовенькая кнопочка какая-то. А, это щеточка. Крутит, вертит зубную щетку. Давай меня первую. Давай. Покатаюсь. Приятного катания. Так, теперь давай. Нажимай. О, главное вовремя остановиться. А, может пускать. Всё. Отлично, теперь так. Подожди, не нажимай. Все, нажимай. Есть, ребята, у меня тут скоростной зубной лифт. Зубно-щеточный лифт. Тормози. Ой, куда ты сейчас промотала? Тормози. Куда ты опять промотала? Рита! Стоп! Вот. Давай так. Крути. Крутится, вертится зубная щетка. Ух, давай, пойдем дальше. А какую лестницу выбрать? Ну, одинаковые, давай. Они все одинаковые. Ну, не знаю, мне захотелось именно. А здесь, смотри, иди, я буду над тобой. Нажму кнопочку, посмотрим, что будет. Вдруг это пресс, и он тебя раздавит. Меня-то жалко. Нет. А! Что произошло? Не знаю. Что происходит? Что-то тебе подпрыгнуть, наверное, надо. Давай. Подпрыгивай. О. Отлично. Давай еще раз. Давай. Раз, два, три. О. Замечательно. И финальная штука, оранжевая, есть. Ура, теперь я тебя жму. Давай. Нажимай. Так. Есть, получилось. Следующее. Супер, давай следующую. Да, и последнюю. Есть, молодец. Содержим в конец. Ура! Ура, конец! Ура! А битва с боссом будет? Наверное, не будет. Наверное, не будет. Так, ну, заходим сюда. Наверное. Что это? Что? Это еще не все? Да, нет! Нет! Пусть Рита, мы попали с тобой в ловушку, как не знаю кто. Нет, нас куда-то привезли. Смотри, какая-то морда здоровая, просто так вот хочется ему выбить его белые чистые зубки. А ну вдруг мы это и будем делать? А чё, ничего не происходит? Ну давай спрыгнем. А, надо вниз идти. Ой-ой-ой. Мы вдвоем бьем его? Сначала надо миньонов разнести, наверное. Чё, они страшные. А, красные шипы! А, нифига себе. Он лечится, получается, за счет меня. Чё ты идешь сюда? Уйди, уйди, сгинь. Ты нечистая сила. Останься чистый дух. Ай. Короче, здесь нужно смотреть на пол именно когда. А я не успеваю никуда уходить. Ты еще жива? Да. Шипы очень быстро появляются. Все, я выношу его. Вынесу ему сейчас мозг. Все, до свидания. Есть, я его снес, но на меня нападают все равно шипы. В смысле, этого тоже надо уничтожить? Другой босс! Другой босс, у меня уже мало жизни! А, ну это такой босс, от него и достаточно легко уворачиваться. Когда появляется красная линия, надо просто двигаться в бок и все. У тебя тоже он? А, у меня какой-то зеленый, не да, понимаю, что у меня тоже есть. Зеленый. У меня просто... Просто беги по кругу и все. Именно круговыми движениями. Тогда он уничтожается. Все, сейчас я его добью, последние выстрелы. Ну, умри. Умер. Так, еще кто-то сейчас появится, Рита, нет? Не знаю. Есть! Победа! Беда! Все разнеслось туда. Вот это... Да, мне тоже беда пах. Эпическая победа. Та-дань! Лайки-блок через 2 минуты. Телепортироваться на старт. Вот там это была эпическая битва внизу. Рит, ты что там внизу? А, ты уже тут? Все, я здесь. Телепортировалась. Танец победы. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Тут я стою. А тут я стою? Вообще-то я. Ну, у тебя ты, а у меня я. Слушай, я вот в тот домик зайти можно, интересно? Не, мне кажется, это декорация. Да, я врезался в него. Получил шишку. Коврик постелили. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом папа и бочки. Такие бочки и дочки. А я хочу это, проверить, что тут за новая игра. Может, тоже обе на двоих? Да, это какой-то обе, но не знаю, на двоих он или нет.
Чё? В общем, друзья, не пропустите, как мы будем проходить эту игру. Подпишитесь на канал. Пока! Уже скоро школа, и пришла пора выбирать новый рюкзак. И лучше всего, чтобы он был эксклюзивным и удобным. Мы предлагаем целую коллекцию школьных рюкзаков. Всех цветовых оттенков на любой вкус с брендом «Папа и дочки Геймс». Аришка себе такой купила. Мне очень нравится. Он отличного качества. Цвета очень яркие. Много отделов. Очень удобный. Закажи себе такой рюкзак. Он будет у тебя один такой в классе, а возможно и во всей школе. Также для школы можно выбрать классные пеналы с нашими логотипами. Вот такой красивый пенал. И блокноты, и школьные альбомы. Замечательный альбом для рисования. И даже ежедневник. Чтобы заказать, переходи по ссылке в описании под видео. Или заходи на сайт papadochki.ru.